Высаживать кустарники и деревья можно не только по весне. Золотая пора тоже подходит для озеленения. В Ульяновске проходит экологическая акция «Посади и вырасти свое дерево». Уже более 10 лет Ульяновский горзеленхоз поставляет молодые саженцы во дворы и городские парки. За последние 6 лет в рамках этой акции на территории города высажено более 45 тысяч зеленых насаждений. Это деревьев и кустарников. Данная акция проходит в два этапа. Весенний этап – это апрель, и осенний этап начинается с окончания вегетации зеленых насаждений. Наша съемочная группа побывала в питомнике городского центра по благоустройству и озеленению. Среди туи и можжевельников нам рассказали об осеннем урожае. Подготовлено у нас более 100 тополей, 80 рябин. Вот, сейчас народ копает иву шаровидную, иву плакучую. Это все для озеленения города по участкам. Идут мастера на участках, забирают, и все в городе это высаживается. Чтобы решить зеленый вопрос, жителям домов необходимо обратиться в управляющую компанию. В городе намечаются и обязательные посадки на территории организаций. Общественники, работники предприятий и студенты займутся ландшафтным дизайном уже в октябре. Уже известно о трех объектах-первопроходцах. В первую очередь сочные деревья отправятся в микрорайон Мостовая на территорию моторного завода и сквер военно-технического училища. Виктория Чиркова, Юрий Конихин, новости Улправда ТВ.